гуляя по городу, либо по работе, бродя от одной остановки к другой, от одной точки к другой, нам иногда хочется перекусить. И это мини-перекусы, такие лесные жороб-жорочи на моем канале. Очередной жороб-жороч на молочный шоколад турецкий, который уже изрядно лежал в сумке, немного начал белеть. Под кофеек. Молочный шоколад, во-первых, очень сладкий, ну а во-вторых, хороший перекус. Полезного, конечно, очень мало, но голод утоляет быстро. Хорошая альтернатива, например, того же самого какого-нибудь там, я не знаю, кисточка. Ну, в смысле печенья. Или какой-нибудь сдобы. Обычно в кофейнях есть какая-то выпечка, типа там пекарни. Вот. Где людям предлагают купить какое-нибудь пирожное. Там очень много углеводов, как и в шоколаде. Но за счет того, что вес печенья и шоколадки разнится, здесь всего 15 грамм и вышло на 113 килокалорий, но минимальная какой-нибудь пироженка потянет на 300-400, тот же самый эклер полноценный. Делайте выводы. Если эта шоколадка у меня провалялась в районе где-то недели в рюкзаке, то эклер неделю валяться не будет и не выдержит тех нагрузок, которые на него будут возлагаться. Всем пока, подписываемся на канал, оцениваем это видео и оставляем свои комментарии своих чудесных перекусов для большого города.